Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 31 декабря, День Модеста, назван в честь святого Модеста, архиепископа Иерусалимского. С юных лет он чувствовал сердечное влечение к Господу, поэтому, отрекшись от мирской суеты, проводил строгое иноческое житие. В это время было нашествие персов, которые разрушили все христианские храмы в Палестине и Иерусалиме. Святой Модест избег погибели и стал управлять палестинской церковью. Не опасаясь персидских властей, он восстановил храм Святого Гроба и другие храмы. Наши предки Святого Модеста почитали как покровителя скота, поэтому сегодня ему молились о защите домашних животных. И это было правильно, так как впереди были холода, и скотине надо было перезимовать. Без нее бы пришлось крестьянской семье очень и очень туго. Сегодня гадали, старались узнать свою судьбу. Например, ложились на ток, это место, где обмолачивали зерно, и слушали, что произойдет. Если слышен гул, то слушателю уготована скорая смерть. Если слышна молотьба, то гадающий будет богатым. Для молодого человека звон, услышанный сегодня, предвещал свадьбу. Естественно, готовились к празднованию Нового года. Готовили различные блюда, наряжали елку и прочие хлопоты, связанные с этим праздником. Приметы. И не сегодня. Оттепель наступит через неделю. Если сегодня дует западный или юго-западный ветер, это к потеплению. Снег не скрипит под ногами, будет оттепель. Целебная кулинария и дары природы. Наступила осень. И, как правило, каждый сезон года нам что-то преподносит свое. Тот или иной продукт, который как раз направлен на то, чтобы поддерживать наше здоровье. И вот сейчас, ноябрь месяц, созрела калина, и мы займемся ее сбором. Вот ягодки калины интересного такого вкуса. Такого с горчинкой. Цвет, как мы видим, красный. Красный цвет имеет особое значение для нашего здоровья. Придает организму жизненных сил. И мы соберем ягоды калинки. И сделаем из них ряд целебных снадобий, которые будут одновременно и питать нас, и защищать от непогоды. Удивительно, конечно, но матушка природа заботится о нас, предоставляя продукты своевременно, чтобы организм укреплялся, не болел и был здоровым. Ярко-красный цвет калины считается энергичным, возбуждающим силы цветом. Его считают цветом активности, напора, страсти и жизненной силы. Что касается физиологии организма, то красный цвет активизирует работу желез внутренней секреции, органы размножения, с чем и связана страсть, повышает температуру тела, улучшает эластичность мышц и подвижность суставов. Придает нам жизненной энергии, улучшает кроветворение. Горький вкус еще бодрит. Плюс обладает великолепными противобактериальными свойствами. Улучшает обменные процессы. Усиливает защитные силы организма. В результате, если мы в этот сезон не пропустим его, а будем употреблять, никакие простуды нам с вами не будут страшны. Лучше всего, как вы видите, не рвать, а обрезать, потому что довольно-таки трудно обрезать веточку калины, а зато ножничками очень хорошо ее обрезать. Ой, какая веточка!
Так. Всегда, чтобы разобраться в целебных свойствах того или иного продукта, помимо цвета, надо всегда опробовать его на вкус. Интересный кисловато-горький такой вкус. Горький вкус способствует тому, что усиливает обменные процессы, циркуляторные процессы в организме. А любая простуда – это что? Это застой. И всегда применяются такие средства лечебные, чтобы все это дело разогнать. Там водочные компрессы или еще какие-то используются. Семечки. Семечки имеют вид сердечка. Они тоже очень полезны. Отвар семян калины применяют как вяжущее средство при диспепсии. Используют этот отвар и как патагонное общеукрепляющее средство, а также при наличии карбункулов, экземы, аллергических высыпаний на коже. То есть она хорошо подавляет гноеродную инфекцию, тем самым очищая кровь и делая нашу жизнь более полноценной. Калина очень хорошо укрепляет наше сердечко за счет горького вкуса, усиливая процессы в организме циркуляторные. Лучше движется кровь по сосудам, хорошо укрепляется сердце и тем самым снижается высокое артериальное давление. Мы с вами собрали калину. Вот она у нас какая красавица. Ягодки, вот они у нас какие великолепные. И теперь сделаем несколько блюд, с помощью которых мы будем получать и вкусовые ощущения, а самое главное, с помощью которых мы будем с вами укреплять свой организм, чтобы не болеть ни простудными, ни иными заболеваниями. Плоды калины принимаются как общеукрепляющее поливитаминное средство при гастрите с пониженной кислотностью, а также в целях профилактики язвенной болезни и рака желудка, как слабительное, противовоспалительное, успокаивающее мочегонное средство при заболеваниях печени, при бронхите и воспалении легких. Смотрите, что можно сделать с калиной. Можно ее очистить от ягод. Как лучше всего это сделать? Мы берем веточки калины, берем вилочку и вот так вот. Раз, все, смотрите, веточка остается, ягодки у нас здесь. Мы с вами сделаем морс. На приготовление морса нам понадобятся, естественно, ягоды калины. Ягоды калины у нас есть. Вода, кипяток, посуда, в которой все это будем делать. И все это смешаем, зальем с вами. Ягодки, которые у нас имеются, мы их в стакан сложим. Вот так вот стаканчик у нас сложились они. Смотрите, сколько у нас получилось. Примерно полстакана. Эти полстакана мы с вами толкушечкой раздавим. Вообще калину широко используют в питании. Из нее варят кисели, компоты, соки, варенье. Так, подавили. Раздавили. Так, хорошенько еще пестиками ее растерли. Сразу же пошел дух от калины. А! Какой горький вкус. Такой специфический кисло-горький. Сразу же это говорит о том, для чего лучше всего использовать калину. Калину лучше всего будет использовать для того, чтобы понижать кровяное давление. Итак, на такую порцию калины мы с вами должны использовать примерно пол-литра воды. Поэтому все это помещаем в большую емкость. Поместили. Есть. Заливаем пол-литрами кипятка. Кстати, а можно сделать и холодный настой калины.
который у нас будет называться морсом. Подавили тогда калинку, залили прохладной водой и оставили настаиваться, ну, примерно там часика два. Если же мы с вами делаем теплый, то он практически у нас уже готов. Нам остается просто-напросто его процедить. Процеживаем. Ягодки ушли. И мы с вами имеем морс калины. Пьют по полстакана 3 раза в день вместо чая. Для вкуса можно сюда добавить меда. И примерно добавляем чайную ложечку меда. Чайную ложечку меда добавили. Все это размешиваем. И получается великолепный напиток, который можно использовать, так как калина обладает противогрибковыми, противобактериальными свойствами, можно использовать для лечения от разного рода простуд, полоскания горла, укрепления от простуд, от ангин. Особенно сейчас, в сырое, холодное время года, это великолепный будет напиток. Лучше всего его, конечно, будет пить в теплом виде. Пробуем. Получился замечательный на вкус, полезный, витаминный напиток. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной вещи, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамаюн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки наилучшим образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуется. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!